Школа в самом расцвете сил. Лицей номер 4 исполнилось 70 лет. За эти годы он успел накопить солидный педагогический опыт. Но, несмотря на это, к воспитанию подрастающего поколения учителя подходят адекватно запросам сегодняшнего времени. На праздничном концерте коллектив школы ностальгировал о прошлом и строил планы на будущее. Я считаю, что эта школа лучшая, я бы не обвинял ее на другую. По человеческим меркам лицей номер 4 прожил солидную жизнь. В школе есть что вспомнить и о чем рассказать. За 70 лет здесь подготовили ко взрослой жизни почти 2000 выпускников. И лицей не планирует выходить на пенсию. Сегодня он воспитывает 545 учеников. И делает это хорошо, признаются школьники. Здесь очень хорошие учителя, он как прям реально второй дом. За это огромное спасибо. У нас очень теплая атмосфера тут, мы всегда рады принимать гостей. Мы очень любим наших учителей. Они очень доброжелательные, очень умные и заботливые. Заставляют нам хорошее образование. Эти слова, пожалуй, лучший подарок ко дню рождения. Но были на празднике и другие презенты. Глава округа Владимир Ружицкий вручил благодарственные письма руководителям и педагогам лицея. Сегодня здесь сеют разумное, доброе, вечное 32 учителя. Вы те, кто кует сегодня будущее. От вашей работы зависит будущее как этих детей, так и в целом нашей большой страны. Поэтому самое доброе пожелание с юбилеем вас. Попасть в зеленую зону рейтинга подмосковных школ – еще одно пожелание лицею от Владимира Ружицкого. По мнению главы округа, для этого у школы есть все необходимое – сильные педагоги и талантливые воспитанники. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.